Мы продолжаем рассказывать о самых ярких событиях, которые пройдут 27 июля. Итак, главная площадка откроется на площади 400-летия Тюмени. Полдень жителей областного центра поздравит глава города Руслан Кухорук. Зрителей ждет большая шоу-программа и ежегодный международный фестиваль «Сны улиц». В этом году участники приедут даже из Аргентины и Испании. А в 7 вечера стартует музыкальная битва. Тюменский духовой оркестр под руководством Тимура Бахрова сразится на сцене с оркестром русских народных инструментов имени Леонида Беззубова. Главная сцена города на празднике площадь 400-летия Тюмени заслуживает отдельного разговора. Такой, как мы знаем ее сегодня, она была не всегда. Прямо сейчас устроим небольшой экскурс в историю вместе с Анастасией Лизаревич. Площади 400-летия Тюмени всего 33 года, но за это время она меняла облик трижды. Давайте заглянем в историю. Полвека назад на этом месте была своеобразная заводская слободка. Здесь жили рабочие окрестных предприятий, а в 70-х построили кинотеатр юбилейный. Площадь в народе так и называли – у юбилейного. Зимой она превращалась в снежный городок, а современное название получила лишь в 86-м. В конце 90-х на месте кинотеатра возвели арт-палас, но объект так и не закончили, и 15 лет площадка считалась долгостроем. Настоящая строительная революция произошла 11 лет назад. Тогда облик площади изменился кардинально. Она превратилась в мекку театралов. В рекордные сроки за 24 месяца здесь построили самый большой драматический театр в стране. В Книгу рекордов Тюмени попал и фонтан на площади. Самый крупный и дорогой. Он обошелся в 94 миллиона рублей. Диаметр гиганта 26 метров. Тротуарный фонтан цветной и музыкальный, в сердце которого водный экран. По ночам специальное оборудование распыляет воду веером, превращая водную пыль. 3D-изображение поступает из лазерного проектора, который установлен на здании театра. И это еще не все. Большая площадь способна собирать рекордное количество горожан. Здесь проходят самые массовые праздники, среди которых ежегодный слет байкеров. На чоперах и Уралах они колесят прямо у драмтеатра. Так что на площади 400-летия Тюмени с каждым годом все интереснее. –